Остановка проспект Машерова – место, где довольно часто можно увидеть припаркованный автомобиль. Одни водители включают аварийку, другие просто оставляют транспорт и отправляются по делам. Как бы я доставляю, я думаю, разрешена временно, не то, что я постоянно, а временно. За это нарушение предусмотрена административная ответственность, то, что вы нарушаете правила остановки и стоянки от 1 до 3 базовых величин. Сколько раз потом все вот жалуются, и в том числе пассажиров приходится высаживаться со второй полосы, потому что полоса для движения маршрутных транспортных средств занята. Действительно, кто как не водители должны знать, что это место предназначено только для посадки-высадки пассажиров, при условии, что не будет затруднено движение маршрутных транспортных средств. Стоянка запрещена. Остановка-стоянка здесь допустима только для посадки-высадки пассажиров, а вы не высаживали и не садили никого себе в транспортное средство. В соответствии с правилами дорожного движения вы их нарушили. В присутствии сотрудников ГАИ водители быстро признают свою неправоту. Вы какие-то уроки, какие-то выводы сделали для себя? Если я себя все-таки мешаю, то, конечно, этого лучше не делать. А вот, казалось бы, вполне уважительная причина. Однако в правилах дорожного движения такие исключения не прописаны. У ребенка сахар упал резко, что мне делать? Мне нужно было купить сок ей срочно. Нужно перевозить для того, понимаю, чтобы обеспечить. Просто мы едем с поликлиники, ничего не взяли с собой. Впредь, пожалуйста, так не делайте. Хорошо, потому что понимаю, предусмотрена да. административная ответственность. Да. Да. Вам еще раз спасибо. Памятку. Езжайте, здоровья вашим детям. Для проведения рейда не случайно был выбран проспект Машерова. Здесь оживленное движение и большой поток транспорта. А вот такая неправильная парковка затрудняет движение, особенно для автобусов и троллейбусов. Многие граждане, будем так говорить, останавливаются на остановках общественного транспорта, чем создают проблему для парковки общественного транспорта. Это в том числе даже водители так называемых маршрутных такси, которые согласно правил перевозки пассажиров обязаны останавливаться в начале остановочного пункта, они останавливаются в конце. И в итоге создается проблема автобусу, троллейбусу, особенно которые имеют гармошка, так называемая. Если подъезжает маршрутное транспортное средство, которое хочет остановиться, осуществлять остановку-стоянку нельзя, потому что вы этим создаете препятствие. Если вы вблизи, путем убедившись, не видите, что приближается какое-либо маршрутное транспортное средство, вы можете осуществить остановку-стоянку для того, чтобы высадить своих пассажиров, либо посадить к себе. За нарушение правил остановки и стоянки предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1 базовой величины.